Уважаемые друзья, ну вот сегодня 2 сентября, уже идет осенний сезон. Я тренируюсь снова на озере Кабан. Погода отличная, нагрузка средняя. Работаю с камнем сегодня, то есть имитация армейского упражнения. Работа с ящиком с цинками. То есть делаю 250 подъемов, порядка 18-20 килограмм камень. Вот делаю 5 подходов, да, за 5 подходов стараюсь сделать, за 5 подходов сделать 250 раз. На скорость бегу, отжимаюсь, то есть такой идет кроссфит воркаут. То есть нахожусь как раз в тех нормативах, которые у нас были на границе. Всем передаю привет, погода отличная. Родной Татарстан, родной озеро Кабан. Так что всем добра.